Попробуем снять еще один кусочек старой крепости в Будве. Здесь табличка. Наспільно до ласка храбрий прибудне, спеціально спіков поті і наші победи до освободі Будвіну ми дарувати, це поставлю Опустіна Будванська. Здесь читают лекции девчонкам, девчонки прекрасно себя чувствуют, им читают лекции, им продают сувениры. Кстати, сувениры здесь в два раза дороже. Магнитик на холодильник стоит 2 евро, здесь даже табак есть, табак-шоп. Да. А я взял на майском пути, там специальный магазинчик есть, и написано, все по 1 евро. Все как в России, понимаете? Так же, как вот это раньше у нас, у нас сейчас есть, все там по 56 рублей или там еще что-нибудь. Как же называется это магазин? Я вот сейчас живу в Черногории и забыл даже, как магазин называется, в которых фиксированная цена-то продается. Ну, короче, на майском пути есть такой этот магазинчик. Все по 1 евро. И вот я взял там 2 магазина за 1 евро. А вот это вот что-то очень, не знаю, женщина тут сидит почему-то, она устала, что ли, но что-то объясняет. Надо будет почитать, про что это все. Уходим отсюда. Это что-то немецкая речь. Уходим отсюда. Написано кафе бар Плаза. И выходим на пляже. Это пляжа у Цитадели. Можно загорать. И, конечно же, покушать. Смотрите, покушать. Там дальше покушать. Прямо на пляже. Представляете? Кушать. И там дальше кушать. О, как это все плохо. Это какое-то чревоугодие. Вот перед нами пляж Мужен. Пляж у Цитадели. Сейчас посмотрим. На Цитадель. Принесли большую пиццу. На всю тарелку. О! Вот так вот. Вот. Цитадель, крепость. И пожрать. Что еще человеку в жизни надо? Пожрать. И выпить. Все. Все удовольствия. До свидания. Магрен 1, Магрен 2 здесь. И балеринка. В Будве 30 мая 2019 года, 5 часов вечера.